Дух затерян в лесах Камбоджи, в самых дальних ее уголках, и в кострах, обжигающих тот же, пламенеет на угольках. В кладке каменной Анкаравата, под навесом размашистых кром, дух сокрыт от истории, клятой не однажды со всех сторон. Он в изгибах корней ветвистых, в перепончатых крыльях пчел, в сотнях столбиков книжек речистых, что не понял, хоть и прочел, не разгадан, не узнан, все тот же, не в сердцах он и не в головах. Дух затерян в лесах Камбоджи, на тропических островах. Затерян в лесах Камбоджи, в самых дальних ее уголках, и в кострах, обжигающих тот же, пламенеет на угольках. В кладке каменной Анкаравата, под навесом размашистых крон, дух сокрыт от истории клятой, не однажды со всех сторон. Он в изгибах корней ветвистых, перепончатых крыльях пчел, в сотнях столбиков книжек и чистых, что не понял, хоть и прочел, не разгадан, не узнан, все тот же, не в сердцах он, не в головах. Дух затерян в лесах Камбоджи, на тропических островах.